всех наших земляков, армян, весь мир мы поздравляем сегодня с преображением Господним, да, Камоджан? Да, да, да. И с армянским потрясающим праздником Вардавар. Ну, поздравляем сегодняшним днем тем людям, которые родились сегодня, их день рождения. И именно поздравляем нашего бойца Сашка, который сейчас защищает свою родину, Украину. Всех воинов Свитла, которые защищают Украину и борются за свободу Украины и Армении, мы, безусловно, поздравляем. Мы каждый Божий день молимся про вас, думаем про вас и низкий поклон вам за то, что вы делаете. И я хочу напомнить в этом контексте, что в силах обороны Украины защищают Украину около 25 тысяч армян. И это очень и очень важно. Большая часть из которых армян, являющимися гражданами Армении. Остальные это наши ребята, которые приехали из Армении без гражданства, но тем не менее защищают Украину. Потому что победа Украины это победа Армении. Да, Камоджан? Да. Друзья, да, да, да. А теперь я хочу вам сказать, что это наш замечательный, это наш брат, наш армянский брат Камо Симонян. И я очень давно хотел снять видео с Камо, чтобы вы увидели этого человека. Вы его видите, да, на наших роликах, наших фотографиях периодически. Но я хочу, чтобы вы знали этого человека, потому что это один из лучших людей на свете. Камоджан, я говорю то, что я считаю. Да, Камо уникальный очень человек. У него недавно, несколько месяцев назад, родился пятый ребенок, девочка Кира, да? Да. Да. А вон сидит старший Богдан. Богдан самый старший? Да. Вот. Поэтому запомните Камо, я очень люблю и уважаю Камо, и когда мы получили приглашение помогать в нашей церкви, Камо был один из тех наших близких братьев, кто очень сильно помогал и помогает до сих пор. Меня публиковали. Джан, все, Арач. Пока.